Актер Сергей Романович последний раз снимался в кино в 2019 году. Чем он занимается сейчас, вы узнаете в этом видео. Сергей Романович родился 16 июля 1992 года в Томске. Его кинодебют состоялся в 2009 году в картине «Ласковый май», где он сыграл роль юного вокалиста коллектива Юры Шатунова. В 2010 Романович стал студентом Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Также он снимался в таких проектах, как «Побег», «Побег 2», «Матч», «Кухня», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Метод», «Экипаж», «Лачуга должника», «Ольга» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 28 работ. Сергей Романович был женат на веб-дизайнере Александре Головковой до 2016 года. В 2020 артист признался, что стал отцом. Он женился на русской девушке, которая, как и он, приняла ислам. В личном блоге Романович не показывает супругу, но часто записывает и выкладывает видео с ее голосом на фоне. Сергей принял ислам 20 лет. Родные были в шоке. Думали, что Сергея завербовали, но актер убедил их, что он выбрал свой путь, потому что эти ценности ему духовно ближе. Он не только строго следовал культуре своей новой религии, но и просвещал публику. Его социальные сети были наполнены философскими мыслями и мудрыми суждениями. Чтобы соответствовать представителю своей веры и просто образу идеального, по мнению Романовича, мужчины, он решился на пересадку волос, затылка, 4000 волосяных луковиц перебрались на лицо, чтобы у актера появилась долгожданная густая борода. С принятием ислама строить карьеру актера стало гораздо сложнее. Он мог играть только те роли, которые никак не противоречат религиям. А в современном кино это непросто. Например, ему предлагали роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана», «Кровь на асфальте», но Романович отказался из-за постельных сцен и нецензурной лексики. Примерно в одно время с принятием ислама актер объявил о своем уходе из кино. Но, судя по его фильмографии, не получилось больших перерывов между проектами. С участием Сергея нет. На несколько лет он перебирался в Америку, чтобы отдохнуть и, разумеется, исполнить американскую мечту. А в 2023 он вернулся, так и не найдя смысла пребывания в США. И вот в 2024 он снова на съемочной площадке. Артист снимается в главной роли комедийного сериала «Хутор». А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.